Assassin's Creed Brotherhood. Ребята, всем привет, меня зовут Зак, и перед нами, как обычно, Assassin's Creed Brotherhood. Да, я вот последний раз записывал 30 апреля, заснял целых 10 видосов, я этому очень рад. И, соответственно, эти 10 видосов, поскольку они публиковались раз в 3 дня, соответственно, в течение месяца на моем канале, на вот этом вот, на котором вы сейчас находитесь, на нем публиковалось только лишь Assassin's Creed Brotherhood. Я же сюда заходил всего лишь один разочек, получается, что 16 дней назад, или сколько, или 17, ну, сегодня у меня 16 мая, как бы, а последний раз я записывал 30 апреля. И вообще, что за фигня, мышка не работает, what the fuck? 30 FPS, а почему вот у меня мышка... Какая-то лажа, короче, происходит. Ребята, блин, неужели мне игру придется свернуть? О! О, ребят, я свернул игру. Я надеюсь, что запись идет все-таки. И как бы у меня сейчас все нормализовалось все-таки. 60 FPS, а не 30. И мышка теперь работает. Отлично. Я не знаю, что это за фигня. Это, видимо, я что в тот раз, 30 апреля записывая, начал как бы запись с... заставочки Ubisoft. Что сейчас я решил начать запись с заставочки Ubisoft. То есть нам показывали логотипчик Ubisoft, заставочку вот эту небольшую. Я решил сразу же, соответственно, это запечатлеть. И, видимо, зря надо запись начинать чуть позже, когда вот мы уже оказываемся в главном меню. Только лишь надо начинать запись. А то вот, видимо, такая фигня бывает. Это, походу, дело из-за этого. Ну, или я не знаю из-за чего. Давайте нажмем история. Как видите, последний раз мы тут играли... Все верно. 30 апреля, последний раз я играл в 17.25. Ничего себе. Насколько я помню, я начинал записывать что-то там в 14.00, да, то есть в 2 часа дня. И получается, я играл всего лишь 3 часа. Как же я соскучился по этой игре. Потому что это у вас там, блин, на протяжении целого месяца уже публикуется Assassin's Creed Brotherhood. На протяжении уже целого месяца. Потому что я отснял 10 видосов, и так как они публикуются раз в 3 дня, соответственно, 10 видосов это на 30 дней, а я сюда заходил всего разочек, 30 апреля, всего на 3 часа, и вот сейчас, наконец-таки, я снова здесь. Кстати говоря, я последний раз записывал, получается, перед ночной сменой, я потом сходил, отработал, у меня там после этого начались, получается, утренние смены, потом дневные смены, и вот сейчас, по сути, вот так совпаденница, мне снова надо идти в ночную смену. И причем на этот раз, знаете, сколько у меня сейчас время? В тот раз я записывал, получается, днем, да, как бы в 2 часа дня и закончил в 5 вечера. Сейчас у меня время уже 19.43. То есть у меня всего 1 час и 20 минут, после чего я буду вынужден компьютер выключать и отправляться. Отправляться, потому что как бы ночная смена начинается в 11, но там надо сначала пройти проходную, намного раньше, то есть уже где-то в... Ну, хотя бы в 10.20 я должен по-любому пройти проходную. Соответственно, пока еще дойдешь до этого гребаного цеха, этот, блин, завод, он огромен. Это как просто отдельный еще один город. То есть еще один город в городе. Вот что-то в этом вроде реально. Соответственно, пока ты там дойдешь до своего цеха, пока ты там переоденешься и все такое. Как бы да, поэтому я комп выключу в 9, а пока что вот у меня есть 1 час и 20 минут. Не будем медлить. Я сегодня планирую отснять хотя бы 3 видосика, 3-4. Как получится, посмотрим. Вообще, по идее, я должен был заснять San Andreas, потому что на втором канале у меня есть видосы. А вот по San Andreas они кончились. 9 мая последний видос опубликовался. Сегодня уже 16 мая. И, соответственно, за 7 дней уже не было совершенно ни одного видео. Ни одного. По идее, я должен, блин, на основной канал сейчас записывать, но что-то мне как-то влом снимать San Andreas, да еще и как бы времени немного, а у меня даже план не набросан, чтобы по San Andreas хоть что-то дать снять, чтобы канал не был заброшенным, чтобы он не простаивался. Ну и как бы и так далее и тому подобное, мне не очень-то хочется сейчас снимать именно San Andreas. По Brotherhood у меня и план немножко да набросан, да и мне и самому хочется зайти, да и поиграть больше в Assassin's Creed Brotherhood. Чем в San Andreas. San Andreas уже поднадоело, честно говоря. В общем, ладно. Как я и сказал, давайте уже начнем. Desmond. Сессия называется. Мантри Джонни Вилла. Нажимаем. Вау! Вау-вау-вау! Вот это спойлеры! Вот это спойлеры! Блин, почему ровно 30 FPS? Что за просадки гребаные? Что-то как-то прям резко опустилось ровно до 30. И самое главное, не хочет подниматься. Ну что за лажа? Ну... Пожалуйста, ну поднимись ты до 60, ну всегда было 60. Короче, ограничитель кадров включен, и соответственно у меня либо ровно 60 будет, либо ровно 30. Но как бы вот сейчас ровно 30, и мне это вообще не нравится, что за фигня? Так, где тут?
Можно ли как-то это изменить? Графика. Вот она, вертикальная синхронизация. Да, она включена. Блин, может отключим, а? Я надеюсь, запись сейчас не оборвется. Выбрать. О, черт. И чё? Блин, ребят, это походу надо делать не здесь. Это надо сначала зайти в главное меню. Так, то есть вот можно выйти в Windows, это в целом игра закроется, а можно выйти в главное меню. Давайте мы зайдем в главное меню, вот у меня 60 FPS вернулись. И нахрен отключим ограничитель кадров, я уже даже запинаюсь, твою мать. Итак. Вау, 200 FPS! Сразу бы так, вот реально. Нахрена мне эти 30? 200! 40! Офигеть. Ну это в менюшке, сейчас в игру-то зайдем, конечно, меньше будет. Я так и не договорил кое-что, смотрите, нам уже сразу спойлерят. Опять же, спойлерят костюм ассасина. Как бы вот демонстрируют Эдсо в новеньком костюме, который нам, по сути, еще по сюжетке не выдали. Но нам его уже демонстрируют, соответственно, это спойлер. И как бы такие вот дела. Причем это уже второй спойлер. Я, по-моему, в самом первом видосе по Бразерхуду говорил, что там что-то где-то какой-то спойлер был. По-моему, нам подсказку слева демонстрировали, и, соответственно, там сразу спойлерили костюмчик. И вот сейчас, уже даже воплоти, даже не просто где-то там на какой-то картиночке слева, а прям целиком взяли, да и показали новый костюм Эдсо. Но, впрочем, ладно, мы его все равно действительно уже вот-вот получим. То есть нам надо буквально сейчас немножечко поиграть за Дезмонтом, совсем чуть-чуть, пройти, ну, буквально две миссии, и все, и мы очутимся снова в Анимусе, снова в Риме. И снова за Эдсо Аудитория Деференса уже в новом костюме. Но все-таки, блин, пока что мы играем за Дезмонда. Нам надо бежать за призраком Эдсо. Вот он, кстати. Нужно за ним следовать. Давайте я прочту план. А пока я его читаю, хочу сказать, что, во-первых, я уже за эти 10 минут вступления успел 100 раз запнуться. Твою мать, что-то сегодня как-то не везет мне, честно говоря. Какой-то сегодня не очень-то хороший денек. Хотел с утра сюда прийти, в эту квартиру, соответственно, позаписывать Сен-Андреас, а не Assassin's Creed Brotherhood. А получается так, что я смог сюда прийти лишь под конец дня. У меня всего один час, и я записываю даже не Сен-Андреас, а надо было бы, потому что там уже канал целых 7 дней простаивается. А Brotherhood, да еще и вдобавок. Я надеюсь, что я сейчас нормально запишу, потому что мне кажется, что сейчас вот-вот начнет жесточайшим образом поскрипывать компьютер. Что-то как-то я его включил сегодня и уже что-то немножко слышал. Что-то какая-то лажа. Надеюсь, все обойдется, и я все-таки запишу без скрипов. И лучше вам этого все-таки не слышать. И еще кое-что. У меня опять же лажа с освещением. Это уже давным-давно происходит. То есть у меня уже где-то, по-моему, с сентября накрывалась люстра. Я об этом говорил, что, блин, что-то включаю люстру, а там включается лишь желтый свет. А белые фонарики, они не горят почему-то. И, соответственно, потом все-таки они начинали загораться со временем, просто не сразу. Это происходит уже давно. Я говорю, где-то с сентября началась эта проблема. Я помню, я в видосе по Сан-Андреаске как раз-таки об этом говорил, что уж, блин, даже не знал, что делать. Думаю, включить здесь вот эти фонарики, у меня тут есть еще кое-какие фонарики. Я бы хотел вернуть привычное освещение, но, блин, белые фонарики на этот раз уже, ну, совсем не включаются. Вот здесь вот, в смысле, белые фонарики не сверху, а вот тут в люстре как бы. Не включаются, включается только желтый свет. И поэтому освещение сегодня будет вот такое какое-то. Опять какое-то нестандартное. В тот раз тоже было нестандартное освещение, потому что был свет от окна лютейший. Соответственно, какие-то отблески были на экране даже. Сейчас, в принципе, вечер. Но вот уже как бы другая беда. Мне не включается белый свет. И что я хочу, блин, в общем-то, вам сказать? Мы сегодня будем экспериментировать следующую идею. Она звучит так. Что если сразу пойти в обход без Люси? Когда мы спускаемся и проходим вдоль туннеля, перед воротами нам предлагают... Я это предлагаю... Я тут просто с ошибками написал. Короче, давайте вот прочту, как написал. Когда мы спускаемся и проходим вдоль туннеля... А перед воротами предлагаю попробовать не дергать рычаги, а сразу залезть наверх и пойти в обход без Люси. Вот что я предлагаю, ребят. Сразу залезть наверх и пойти в обход без Люси. Ну ладно, сейчас, ребят, посмотрим. Честно говоря, вообще ничего не помню. Но самое главное, что нам в любом случае сейчас нужно идти за призраком Эдсо, где он тут. Вот он заспавнился. Понеслись. А за призраком Эдсо, соответственно, забираться сюда и за вот этим призраком вот так вот точь-в-точь прыгать вниз.
в сено. Давайте я надену наушники, потому что вот-вот запустится сцена, насколько я помню. Если мне не изменяет память, как только я прыгну, сразу запустится сцена. И поэтому надеваю наушники, чтобы ее послушать. Прыгаем. Там, кстати, второй сено есть еще. Оп! Дезмонд, это было... круто. Потрясающе. Как-то само собой вышло. Мы пройдем вот здесь. Думаю, да. Молодец. Ну, значит, мы вас подождем, поработаем мишенями для врагов. Что-то как-то тиховато. Я что ли звуки убавил? Что за фигня? Наконец-то я на свободе. Я предпочитаю развлекаться по-другому. Дай угадаю. Ложишься спать в 6 вечера? Что? Дезмонд! Я умею веселиться. Очень убедительно. Убедила. Ладно, ладно. Вот спасем мир, я тебе докажу. А можно мне расписку? Есть свет. Отлично. Короче, я так и кое-что не договорил. Там было два сена, мне это изначально показалось подозрительным. И если вы не заметили... Потому что на видео, возможно, действительно будет незаметно. Несмотря на то, что у меня прямо сейчас 140, как бы видео все равно будет в 30 FPS, да еще и после монтажа, да еще и после того, как я выложу это на YouTube, качество немножко подпортится. Но, короче, даже если вы не заметили, по факту говорю, что на самом деле там было два сена не просто так. Мы прыгнули в одно, а появились в сцене в другом. Нас как бы перенесли, и сцена уже запустилась у второго сена. Как бы вот так, да. А еще во время, получается, загрузки, когда мы только что были в какой-то темной комнате, обычно в белых бегаем, а здесь были вместе с Люси в какой-то максимально темной. Я пробовал нажимать на мышку, чтобы побить Люси, и у меня ничего не получалось. Дезмонд просто стоял и ничего не делал. Так что вот так. Ну, это если что, мы же как бы тут не просто проходим игру, а экспериментируем. Вот я и попробовал. Что ж, а теперь надеваем наушнички. Наслаждаемся офигенным саундтреком и продвигаемся вперед. Что это было? Что это? Я ничего не вижу. Эффект просачивания. Вау. О, а вот и Эцио. Беги, не дай солдатам схватить тебя. Карате. Ну! Карате? Что это значит? Карате? Ничего себе. Они прошли здесь. Что? Эцио и горожане. После нападения. Теперь я их вижу. Дезмонд, это непросто. Но попробуй собраться. Сосредоточься на настоящем. А если я не могу остановить видение? Может, я скоро начну рисовать символы на стенах? Не шути так, Дезмонд. 16-й мертв. Давай сфокусируемся на настоящем. Так, ну ладно. Люси снова не ударить. Вот! Видимо, то, о чем я писал. Нам предлагают дернуть за рычаг. А я предлагаю, ребята, заглянуть снова в план. И что-то там я не помню. Я писал... Что я там писал-то, когда мы спускаемся и проходим вдоль туннеля перед воротами? Предлагаю попробовать не дергать рычаг. Это, видимо, он самый. А сразу залезть наверх и пойти в обход. Без Люси. Что ж, давайте проверять, что будет. Вот он, рычаг. Вот они, ворота. Те самые ворота и тот самый скелет, который когда-то был стражником, по всей видимости. А вот, видимо, то, о чем я говорю. То есть сразу залезть сюда и пойти в обход, походу, да? Да, но, блин, ничего не получается. Попробуйте догадаться, почему. Вот реально, если вы олд, если вы смотрите все мои эксперименты, вы наверняка уже знаете, почему я не могу залезть. Ребят, вы... Знаете, почему я не могу залезть? Ну ладно, вдруг не знаете, так уж и быть скажу. Как обычно, разработчики заблокировали все возможности. Как бы обычные-то игроки, они, ну, просто проходят не задумываясь. Соответственно, особенно, если ты играешь в первый раз, ты даже и не знаешь, что будет дальше. То, что как бы мы сейчас, соответственно, дернем этот рычаг, Люси пролезет, мы, соответственно, не пролезем, и наша задача будет перелезть вот посюда. Человек, который играет впервые, он этого не знает, откуда ему это знать, соответственно, он не догадается, если он не экспериментатор какой-то, он не догадается повернуть мышь наверх, и он навряд ли увидит вот этот проход,
И, соответственно, он, скорее всего, играя впервые, просто тупо дернет за рычаг. Мы же, ребята, с вами играем не в первый раз, ну, по крайней мере, я. Соответственно, это не просто прохождение какое-то очередное на YouTube, это рубрика «Эксперименты». И вот я как бы хотел сюда сразу, соответственно, залезть, а разработчики заблокировали все возможности, и поэтому сделать я этого, к сожалению, не могу. Придется все-таки дергать этот гребаный рычаг. Ну что ж. Нажимаем Shift и поехали. Заело. Отлично. Я туда пролезу. Да ну. Рискуешь? Готов. Фух. Ты сможешь поднять ворота? Нет, я пока еще не хочу кончить, как тот скелет. Я поищу обход. Оу, а вот и обход, в который мы сразу пытались залезть, и у нас ничего не вышло. Ну что ж, ладно, зато сейчас, как видите, без проблем получается. Так. Я могу здесь пролезть в нижний коридор. А летучие мыши? Где? Ну мало ли, вдруг будут. А где ты? Не ставить тебя в дозор. А где она? А, вон она, ребят. А как она там оказалась? Так, окей. А это что? Это типа на случай, если ты упадешь? Ну, хрен его знает. Ладно, мы не будем туда спускаться, потому что наверняка там ничего интересного. А вот и Люси. Снова призраки. Я здесь. Не уходи далеко. Ничего себе, это она откуда там? Спрыгнула. Как она там вообще очутилась? И что с камерой? Окей, продвигаемся. Кто-то кричит Эдсо. И походу сейчас будет сцена, насколько я помню. Тебя не зашибло? Нет, мама не пострадала? Дезмонд, здесь не забраться. Может быть, ты меня подсадишь? Плохая идея. Может, я подкину тебя, а ты схватишься за выступ? Это еще хуже. Иди за мной. Так, я, походу, определенно убавил звуки. Что-то как-то они реально тиховаты стали. Что за лажа? При этом я сам себя все равно не слышу. То есть, когда одеваешь эти наушники, в них все равно самого себя слышно, ну, очень туго. Впрочем, ладно. Продвигаемся. Может так? Что ты собираешься? Спасибо. Всегда, пожалуйста. Средневековье. К счастью, подпорки пока выдерживают нас. После стольких дней в анимусе я уже не уверен. Не хочу тебя обидеть, но ты очень растолстел. Наверх? Готово. Окей. Дезмонд растолстел? Да ну, вы что, угораете, что ли? Не похоже на то, чтобы он растолстел. Впрочем, ладно. Опять же, просто продвигаемся. Ага, вот нам сюда, походу. Окей. Спускаемся. Так. Бежим сюда. Пройдена контрольная точка. И опять же, нам надо дергать рычаг, а я предлагаю сразу пойти в обход. Это возможно? Смотрите, вот сейчас это возможно. Но тут закрыто. А тут закрыто. Походу, когда мы дернем рычаг, ворота откроются не только снизу, но и сверху. Давайте проверять. Так, дергаем. И с каких пор этим занимаюсь я? Ну, если все рычаги дерну я, что останется тебе? Ничего. Умница. Готово? Тут переключатель. А, вот оно что. Что-то открылось. Что-то, да, открылось. И не что-то, а те самые ворота, ребят. Те самые.
Отлично. Эцио принимает ванну вместе с Катериной Сфорца, а я плаваю в туалете. Как же круто. Есть, получилось! Береги еще один рычаг. Иди сюда. Ой-ой-ой. Куда надо идти? А, то есть нам все-таки нужно будет нырнуть. Окей. Черт, как холодно. Хватит ныть. Тебе легко говорить. Ты же не плаваешь в какой-то средневековой помойке. Средневековая как помойка? Ты преувеличиваешь. Так, а сейчас куда? Сюда что? Ладно, ребят, мне тут нечего комментировать, поэтому я очень часто не молчу. Не забывай, ты живешь в этом времени. Да, да. Я очень часто молчу. Да и тем более, меня перебивают. Вот стоит мне только лишь начать что-то говорить, как вдруг начинаются диалоги или реплики. Так что, уж за это прощайте, я буду молчать. Готово? Давай. Ну? А почему это тебе не пришлось мокнуть? Потому что есть ты. Очаровательно. Я такая. Держу тебя. Спасибо. Эдзо! Мы уже на другой стороне! Кто кричит? Опять призраки? И они исчезли. Прекрасно. Мост накрылся. Здесь нам не прыгнуть. Есть идея, но понадобится твоя помощь. Встань у края и приготовься. Ну ладно, что ж. Здесь вроде бы тоже ничего не проэкспериментировать, и все, что остается, это нажать любую кнопку. Ну вот, ребят, у вас есть идеи? Что вот такого можно тут эткого провернуть? По-моему, ничего. Готов! Есть! Давай посмотрим. Да ты иди, чего там, а я тут сдохну на потеху летучим мышам. Прыгай давай. Отлично. Вот облом для летучих мышей. Пока что да. Пока что да. Солдаты, я нашел вход. Так, а я вот что-то не нашел. Куда идти? Что-то тут я немножко подзабыл. Я тут подожду. Ладно, дай мне только опустить для тебя этот мост. Последний опускала я. Надеюсь, что для тебя последний. Ха-ха, очень смешно. Есть! Спасибо, Дезмонд. Всегда, пожалуйста. Теперь моя очередь сравнять счет. Готово. Спасибо. Уже что-то. Давай, колдуй. Блин, это не принц Перси. Чтоб вот так отпрыгивать. Ой. Ой-ой-ой, что я нажал? Твою мать. Спрыгиваем. И идем в обход.
И вверх. Спасибо. Мы классная команда. Ладно. Так, а что там дальше-то? Идем, Дезмон, идем. Секундочку. Я вижу святилище. Альтаир. Тут когда-то была его броня. Ого! Офигеть! Похоже, Эдзо вернулся сюда после нападения. Но зачем? Дезмонд! Давай откроем дверь. Вернулся сюда после нападения в броне Альтаира, которую сломали во время нападения. Что за фигня, что за лажа? Нам только что продемонстрировали призрак Эдзо в броне Альтаира. Но ведь стоп, как он мог вернуться в этой броне сюда обратно, если эту броню сломали во время нападения? Снаряд прилетел прямо в броню. Тем не менее, какой-то вот нелогичный момент, ребят. Лайк, если вы это помните. Я четко помню, как снаряд прилетел прямо в броню Альтаира. Может быть, знаете, вот если разве что только он вернулся как раз-таки, чтобы ее забрать и починить. Но, блин, опять же, а почему нам по сюжету тогда этого не показывают в дальнейшем? Эдзо очутился в Риме, без сознания, и сразу же в новом костюме, получается, белого цвета. То есть костюм Альтаира как пропал, так вот с тех пор он, по идее, и не появится больше никогда по сюжету. Ну да ладно, в общем-то, давайте уже продолжим. Используй особое зрение Альтаира. Особое тут что-то есть. Зрение Альтаира? Дезмонд, ты можешь открыть этот чертов шкаф? Блин, почему она сказала особое зрение Альтаира? Орлиное зрение. Это называется орлиное зрение. Либо же особое зрение Эдзо. Да черт его знает, короче. Открываем и смотрим сцену. Причем сцены какие-то баганые. У вас получилось! Наконец-то, черт побери. Это точно. Что это? Кажется, это оставил Эдзо. Тут внизу числа. 14-19, 14-20 и 14-21. Может, приляжешь ненадолго? Нет, нет, все нормально. Ого, строили на века. Следов структурных повреждений нет, сотовые тоже не ловят. Здесь должно быть безопасно. Поставим анимус тут. Здесь все в порядке. Шон, спрячь фургон в городе. И не приведи хвост. Что? Что это за вонь? Моя одежда. Ты что, плавал по канализации? Это все из-за Люси. Нам понадобится электричество. Можно подключиться к местной линии, но у нее мощность маленькая. А, ну да, конечно, да. А больше вам ничего не нужно? Не желаете ли икры? Может, связать вам красивые шапочки? Нет? Ладно, за мной. Ну что ж. Всем удачи, всем пока. Спасибо за просмотр. С вами был Зак, то бишь я. И кодовое слово, наверное, будет «Вонючая одежда Дезмонда». Всем пиз.